Привет, зритель. Сейчас не получится записать, как я хочу, потому что я думаю, куда она тут девалась, и так тишина. А она сама отсюда залезла. Она еще любит сосать это вот пледик. Я вчера не могла уснуть, а потом поняла, что можно постелить пледик поверх одеяльца. И мне не совсем, ну как бы быстрее, может, согреюсь и усну. И она будет сосать пледик, мурлыкать, причмокивать и не будет меня кусать. Во. Мне почему-то везет на левую сторону. У меня вся нога левая вообще сплошняком, особо до колена. И рука вот здесь, а с правой-то как-то легче. У нас там дождичек капает, всех орущих личинок раскидало по домам. Можно спокойно сейчас на балкончике ролик записать, пока другой загружается. Просто она, кстати, да, подросла. Но она тут просто так интересно подпрыгивает. Я ее первые дни-то что-то все снимала, а потом все как-то никак. Алиска. Алиска. Ну, на Алиску она не отзывается. Как практически не отзывается, очень редко. Она такая красивая. Серенькая. Я, кстати, совсем созрела, зритель, записать тот ролик, который от меня, наверное, уже месяца три ждут. И, наверное, сегодня, может, даже запишу, ну, скорее всего, уже после 9 вечера, потому что уже около 8. Ко мне там еще... Мне что-то надо сделать, ко мне еще, возможно, зайдут. И уселась. Ладно, зритель, пока попрощаюсь. Я, может, сделаю и так вот это. Много разных записей. Ушла обратно. Я только думала, что мне вставать надо. Придется ее снять. А, вон ей там, там ей удобнее, хрен ли. Сиди, сиди. Ты меня не будешь грызть, я спокойно запишу, а ты тут поспишь, по это, прижишь. Не забудь поставить палец кверху.